Перед тем, как вы узнаете дату выхода серии любимого сериала, хотелось представить вам его небольшое описание. Турецкий парень по имени Азан ведет жизнь стамбульского повесы. У него есть родительские деньги, немного ума и много времени. Чтобы немного спустить сына на землю, его отец отправляет в деревню. Там парень знакомится с простой, но хорошей девушкой по имени Назлы. Вздохи под луной и прочие атрибуты влюбленности тоже присутствуют в обилии. Однажды, прямо во время петинга, парочку застает местная сплетница, и Азан вынужден жениться на Назлы. Его спасает вовремя поступивший телефонный звонок с требованием вернуться в Стамбул. Назлы слегка ошарашена тем, что любимый не явился на таинственное заключение брака и, предварительно изменив внешность, впитав в себя три образования, прихватив на всякий случай пистолет, отправляется вслед за любимым. Посмотреть первую серию сериала «Что не сделает влюбленный» на русском языке вы сможете уже после 9 сентября.